Hey, yo, guys, как дела? С вами Тони, и вы на канале Tony to Wild. Итак, друзья, в прошлой серии мы проходили третью миссию, точнее, третью военную историю, «Вперед Савоя». Итак, предварительно перед тем, как начать снимать, я прикинул и решил, что мы пойдем на историю посыльного. Будем штурмовать берега Галлиполи под огнем крупнейшего соединения кораблей. Да, я думаю, но потом, в следующей части, мы возьмем все-таки вторую часть, вторую историю о военных летчиках. И закончим вот этой вот историей пятой. Присоединимся к Лоуренсу Аравийскому. Ну, потому что это было в бетке. И в конце мы, значит, это все затащим. Итак, давайте начнем. Мы прибыли со всех концов света. Невинные, заносчивые и храбрецы. Мы думали, что война станет для нас ритуалом взросления, большим приключением, посыльный, которое объединит нас себя в поисках славы. Но вместо приключений мы нашли страх, а уравнивает на войне только смерть. Итак, друзья, поехали. Дарданеллы. Галлиопольский полуостров. Весна 15 года. Британская империя намерена открыть новый фронт. Составлены планы по беспрецедентному вторжению на Османскую землю. Атакующий флот – крупнейший корабельное соединение в истории на это время. Корабли несут в себе свыше полумиллиона людей. Солдаты привезены туда из Австрии, Новой Зеландии, Ирландии, Ньюфаундленда, Франции, Британии. Им приказано стереть все нахрен с лица земли. День первый. На мысе Геллес поход Ривер Клайд используется как троянский конь. Резко выйдя на берег, он высаживает несколько батальонов солдат-союзников. Захвачен что-то там, бла-бла-бла. Угу. День второй. Сразу же? Я извиняюсь. What the fuck? Красота. Фредерик Бишоп? Бишоп. Боже. Это вы, Фредерик Бишоп? Нет. Он мертв, извини. Но это же ваша фотография. Ну, моя. Джек Фостер. Я ваш новый подчиненный. Ну уж нет. Уберите от меня этого малого. И не подумаю. Он такой путь проделал, чтобы увидеть вас. Фредерик Бишоп, гордость Австралии. Знаю, он даже про возраст солгал, чтобы пройти призыв. Ах, комарух. Прикиньте, с Австралии. С Австралии в Первой мировой участвовали. Что Борзянка, это? Борзянка, знаешь? Да. Ужас. Пошли. Втянули. Друзья. Война. Она не должна быть среди людей. Война — это интересы совершенно других людей. Итак. Это полный провал. У нашей первой волны не было и шанса. И что он такое? У них какая оборона? Блядь, а где? Как же мы захватим пляж? На как? Этот молча, раз у нас, блядь, есть дредноуты. Затыкай уши, парень. Сейчас будет шумно. Так, новая цель. Огнем дредноуты. Я тебя понял. Блядь. Ага. Отправь координаты. Давай. Понятно. Погнали. А, сейчас мы будем... Воу-воу-воу-воу-воу, вот это пушка! Охренеть. В одно орудие? Да ладно. Смысл? Попали хоть? Так. Так. Смотрим дальше. Все. Пора выходить. В смысле, блядь? Мы одну пушку, мы ее даже не сняли. С вами? Ну-ка, прицелься. Ясно, остаешься тут. Пойдешь с тыловым отрядом после того, как я пущу ракету.
Yes, sir. Да, сэр. И на рожон не лезь. И охренеть, блядь, я с плащом, что ли, сейчас пойду? Друзья, это... Надо добраться до верха пляжа. Сейчас, блядь, доберемся. У шлюпок не было шанса. Он может прыгать. Яха! Что, блядь, такое? А, блядь, опять мурашки по коже, гребаной коже. Что это за пиздец такое творится? Блядь, кто там был? Я тебя видел. Где? Что, блядь? Боже! Блядь, что? На, блядь, хорошо. Сука. Что, блядь, где ты? Ебать, тут пиздец какой-то. Что? Фредерик Бишоп, 62-й, 15-й, R.A.P., брат. Я справился почти. Ничего себе. One more time. Не последний близкий к врагу. Короче, ближнего боя нужно следить. Ага, у нас есть, значит, дробаш. И есть орудие дальнего боя. А, блядь, вон они оттуда херачат. Есть, снял, бля. Отлично. Сейчас я этого хера, бля, с горы херану. Да все, не ссы. Отсюйте. Где ты, блядь, пидор? Попал. Попал. Сука. Воу-воу-воу, я себя сдал. В смысле, блядь, подожди. Сидим. Все, снял. Идем. Что это, блядь? Что это? Вперед, ребята! Пробиваемся к вершине! Что, блядь, здесь такое? Граната. Хер, блядь, привет, да. Хе-хе-хе-хе. Итак. Воу-воу-воу-воу! Пидорило. Что ты сказал? На, бля. Изыди, мразь. Херак, блядь, прошли. На, дробаш. О-о-о-о. Хорошо, что у меня средний уровень сложности. А то это пиздец какой-то. Пидорас. На! Говно. О, блядь, вернуться зло. Я что, уходил, да? Я не знал, что. А, видите, тут узко как. Итак, все. На, блядь, пидор. Фу, жив. Сука. Блядь. Сраза. Фредерик Бишоп. Ну, бывает такое. Что, и когда первым идешь, все время такое происходит. Обалдеть, ребята, это что-то с чем-то. Как и в прошлый раз, я вам хочу сказать, что это очень эпично. Так, что это такое? О-о-о-о. Ну ладно, с этой пойдем. Угу. Ха, блядь. Что? Блядь, как не попал-то? Вынес. Еще. Еще. Что, блядь, хедшот что ли зарядил? На, говно.
пидораса, блядь. Что происходит? Надо пробиваться к той высоте. Пидорасы. Ну а что, я один-то иду? Ёптыть! 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 Лечь, 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 лечь. Охереть. Что, блядь, граната? Блядь, Валя, сука. Через кусты попробовал. Сука. Блядь, это пиздец. По-моему, это засада какая-то. На, пидор. Братья, где вы, блядь, где вы все? Ушли паны. Воу-воу-воу. Охренеть. Так. Не успел. Опачки, хедшот. Еще один. Да все нормас. Граната только в ебальник прилетела, а так все нормально. У-у-у-у! Вот это было красиво. Опачки. Last shot. Нет, 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 нет. Я все-таки, друзья, отойду. И возьму другой ствол. С ручником. Так, что у нас здесь есть? Дробовик, что ли, блядь? Это, блядь, да ППШ, ебта, зачем он мне нужен-то? Так. А чё, блядь, это нельзя что ли? У меня... И в итоге у меня... всё. О, это то же самое. Блядь, нихуя не то же самое. Короче, ладно, идём. Хер с ним. Блять, идем в лобовую. В смысле? А я нажимал на F, он в штыковую не идет с ним. Чё за бредятина-то, блять? Штыковая атака нет? Не имеется? На этом орудии убийства. Блять, опять? Бля, ну это пиздец, короче, такой. Ну это контрольная точка какая-то не очень хорошая. Блять, промазал. Там, блядь, пулемет. Я, блядь, снял его, что ли? Да хорош. А, блядь, прям слышите, видели, да, как надо убивать? О, братья подскочили. Прям в дырень ему напихиваешь. Ух. Блять, откуда? Сука. Побрил мне, блядь, все. А чё, я один? Это, блядь, невозможно. Да что, блядь, такое-то? Хорошо, без проблем, блядь.
Кто, блядь, еще? Кто, блядь, тут? Я вас понял, блядь, друзья, товарищи. Р. Ох ты, ёпта. Нихера себе тут. Надо пробиваться к той высоте. Да пробиваемся уже, блядь. Через верх. А, может... О, кстати, можно через вниз. Уху! Давай. Обходим их сзади. На, блядь, пидор. Что, будем тогда тут атаковать? Блядь, где он? Так, 15 патронов. Воу, как много их, блядь! Как много! На, блядь, топором тебя захерачил. Что, пидоры? А, все, твою вам точку. Патроны собираем. Отлично, задача выполнена. Пора пустить ракету. Фух. Ох, жесть. Твою мать, ты издеваешься? Пошли сюда! Вот! Вот смотри! Парень, твое вранье тебя же и убьет! Я просто... Памятник себе захотел на городской площади! Блядь, а он же до сюда дошел. И чё? Блять, он же через эти трупы уже шел. Вставай, молодец. Странно, как-то. Я умру. Не со стыковочки. Не умрешь. Ты австралиец. Тебя нельзя убить. Да. Наверное, да. Разве что. Ты не Киви случайно? Шутка, нет. Видать. Птичка, что ли, походу, делал? А теперь все по порядку. Давай, иди сюда, встань. Повторяй за мной, руку сюда. Это вот так. Приклад к плечу, вот так. Щеку к прикладу. Нет, вот так. Направляй, куда хочешь выстрелить. На, вот так. Ногу выстрели немного. Держи равновесие. Я уж начал думать, что потерял своих остальцев. Чем могу помочь? Не вы, а парень. Нам нужен связной на линию фронта. Правда? Нет. Да. Нет. Нельзя туда парня отправлять. Он же прямо под пули забежит и конец. Нет, нет, я смогу. Нет. Я пойду. Ладно. Ты здесь со мной. А вы... Вы будете связным. Опачки. Итак. Надо как-то пробраться мимо османов. Блять, как мимо их пробраться, пиздец, ёп. Ну кого? А, снайпера.
Так, где-то еще кто-то есть, полюбаться. Где эти сикарахи, блядь, спрятались? Так. А, вот, вижу. Еще один. Блять, куда лететь-то надо-то? Вперед он туда, да? Ага. Ну что? Друзья, по ходу дела нам сейчас придется жестко накернивать чувачков. На крыше никого нет. Все. Так, быстро. Ствол. Че, блядь, ствола что ли нет? Прикалывайте, что ли? Кто там, блядь? Откуда, блядь? Ебать. Все, блядь, придется самому делать. Все, минус. Во-во-во-во-во! Куда ты идешь? Блядь, это пиздец. Есть ствол какие? Блядь, нет патронов, а выкинь. Блядь, гранату бросил, пиздец. Так, давай. Что здесь есть у нас? Блядь, быстро. Ни хрена нет. Ничего, и ни ствола, ничего. Так, пошел. Дробаш. Так. Все. Снаряды. От снаряда патроны подобраны. Блядь, чего как мало-то, а? Сейчас, братка. Ага. Хера себе он мне, бля, херанул. Обойдем их. Блять, я тебя вас обойду просто и все. По линии, так сказать, тут вдоль стеночки. Ага, до купальни проберемся. А что там есть-то наверху? Хуёк. Нормально. Так, это мы с краешку просто, блядь, даже никого не убивая. Типа по стелсу, что ли? Да сейчас где-нибудь отлетим. По-любому. Вообще так это все и делается. А, вот и все. Да, плохо там дело. Так, ну все. Блядь, в смысле? Боже! В смысле, блядь? Походу дело кому-то насадили. Херанули нас, походу, дело. Итак. Новая цель. Иди, доложить команду. Чё, блядь? Обратно? Артиллерия, блядь, пли. О-о-о-о-о-о! Так, и что мы теперь будем делать? Тут пиздец какой-то происходит. Я, насколько я понимаю, нам нужно помочь вернуться обратно. И сообщить о том, что идет наступление. Блять, лишь бы не попасться.
Блять, успеть бы, блять. Не попадаю. Хороши, бля. Надо вернуться к Уайтхоллу. Возвращаюсь. Сука. Бомби, пидоров. Слушай, скоро. Сейчас фраги набиваем. Опа. Защитить команда ванпост. Окей, я вас понял. Защищаем. Hello, Мига! Опа! Опа! За, блядь, за орудие! Уайтхолл, да? Блядь, и где этот Уайтхолл? Я тебя понял. Ты Уайтхолл? Нет, не ты Уайт... А, нужно в дом зайти. Обалдеть. Я... Ракс! Обалдеть. Он меня спас. Твою мать, чуть меня не убил. Не убил же? Ну да, и на том спасибо. Шутник. И пошу мать. Метка. Да, я просто... Я увидел и... Я... Херанул. На всем фронте провал. Там пиздец полный. Я так и думал. Бишоп, сообщите командованию, что мы выдвигаемся. Вы не волнуйтесь. Я тут справлюсь. Пригибайся, ствол наготове. Ищи укрытие. Понял? Понял. Итак, по ходу дела сейчас жестко будет. Ну, блять, со с таким стволом... Надо добраться до тылового пункта. Так, что, блять, до тылового? Сейчас, бля, прикалываетесь, что ли? Блять. Ни ствола, ни... Ничего нет совершенно. Что, походу дела сейчас меня тут принимать будут. А, все, это по точкам просто. Мчим. Посмотрите, друзья. Блять. Насколько это эпично, посмотрите. Охереть просто. Там Стойте. Что-то горит. А где все? Я тебя понял. Стой здесь. Так, что-то написано. Позиция союзников потеряна. Приказано вести артобстрел, чтобы прикрыть отход к пляжу. Бьют по деревне и отдаленным фортам. Черт! Фостер! Фостер! Бля, мчим, короче, друзья. Чертовы британцы! Обстреливают свою же позицию, чтобы прикрыть отход. Блять, фост! Уже артобстрел! Черт! Давай, давай, через дом прыгай! Сука, он... О, вот это баг! Мчим, 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 мчим! Да хер с ними, с этим пидором! Давай сюда! Коняга! У-ху-ху-ху! Минус. А где Уайтхолл? Новая цель. Уайтхолл, новости из тыла. Не надо. Сначала тут помогите. Солдаты, готовьтесь. Сдать бы, блядь, эту... Ава! Первый! Сука, я вас слышу. Пидоры! Да ясен хуй, блядь. Лошадь только не убейте. Есть что? Что такое, блядь, это не то.
Так, где? Сука. Не, ну со мной сейчас все. Блять. Бля, вот дерьмо-то, а. Неужели дробовик, а? Да блять, не продержишься сейчас. А есть ствол-то нормальный, ёпки. Завиди, мразь. Давай, подходи, подходи по одному. Опа! Ху-ху, не ожидал. Банш. Как, блядь, по тебе-то попали? Так. Что, блядь, тут? Лошадей слышу. Свои. Жугубе бурлуме! Идите к черту! Убирайтесь отсюда! Так, валите нахер отсюда. Что происходит? Обалдеть. Что за подгрузки? Полное отступление. Деревню и форт будут обстреливать, чтобы нас прикрыть. Надо уходить срочно. Так, я отправил людей на захват форта. Им же конец. Кто пошел? Только добровольцы. То есть пошли все. Дети же, черт. Вы же понимаете, в его годы все такие. Фостер. Твою мать, Фостер. Черт. Блять, такой главнокомандующий, такой дебил. Идите. Сделаю вид, что вас тут не было. Это не ваша вина. Конечно, моя. Еще одна смерть на совести. А чем ты вначале думал? Идите, времени у вас мало. Конечно, времени мало, блядь, и патронов нет, нихуя. И что вы мне предлагаете? Итак. Штурмую форт в одиночку? А еще Фостера идиотом называл. Бля, да, пиздец, короче, какой-то. Так, давайте бинокль, раз очень важен. Да мы, может быть, мы его по стелс возьмем? Так. Там кто у нас есть? Нет? Так, друзья. Сейчас пойдем на форт. Штурм гребаного форта. Попробуем... Бля, патронов пиздец на меня, конечно, дали. Что происходит вообще? Так, походу дело придется мне где-то здесь выходить, ага. Слева. Не стой, Бишоп. Пошли. Блять, а кто стоит-то? Сейчас ли... О, все, вернулся. Так, сейчас попробуем по стелсу зайти. Блять, с кем ты пиздишь? Блять, он меня заметил, сука. Сука, мразь! Сам ты бурундук, блять! Бишоп, двигайся. Все, я, блядь, вернулся уже. В смысле, блядь? Блядь, ну тут только так пройти можно-то. Так, где же тут вход, чтоб его? Сейчас,
Сейчас, блядь, найдем вход. Здесь нет нихуя. Блять. Где ж, чтоб его вход этот, мать его? Угу, вот тут вот. Смотрите-ка, нельзя, блядь, нихуя залезть. Ну, походу, дело это контрточка. Дёрганая рука. Оп. Чухуте, батете, блядь. Чё тут чухутешкаешь? Вы даже, блядь, не знаете, что я здесь, что ли? Как ты, блядь, меня увидел? На, пидор! Бля, сейчас сдохну! На, сука! Тихо, живем. Живем, мать ваша. Что-то до хера тут просто. Пять патронов. А чё мы, блядь, надо с дробашом ходить просто. Так, ладно, сейчас мы его херанем. То есть они мне дали сейчас зайти сюда? Подобрали патрончики. Иди нахер. Привет! Бурундук или не бурундук? Бля, я вас слышу, где-то тут рядом. Ирилды-мырылды. Ну вот он вход, походу дела. Блять, да, вот я и подошел к нему. Сквозь вас, педики. Быстрее. Патронов, конечно, вообще пиздец не остался. Бля, он здесь сидит. Что, опять? Может, просто меня застрелите? Пошли. Будем тебя отсюда выводить. Тут будем. Все рухнет в любой момент. Нет, мы не можем уйти. Сюда. Почему? Враги еще наступают. С ранеными мы от них не убежим. Че, придурок, что ли? Сейчас тут расколошматит все. Я прикрою твой отход. Но, Бишоп, там еще сотни. Я притворюсь, будто захватываю форт. Это отвлечет врага. Захвачу форт. Когда пойдешь к союзникам, пусти ракету, чтобы я знал, что ты цел. Тогда я буду отходить. Боже. Что, приказы не выполняешь? А вы-то здесь по какому приказу? Иди сюда. Малолетка. Вот. Ты теперь настоящий австралиец. Выгляди соответственно. Подзагнул его, что ли? Ладно. Вперед, парни! Пошли. Да. Понаранились тут. Вот эти друзья. Сюжет хороший очень. Но здесь не настолько все эпично, в основном постыл собственно. Такова война. Доберитесь до вершины крепости. Хуя себе, ёпта. У меня 6 патронов. Блять, а вы чё, даже патронов мне не дали? Бля, сейчас мы его. Короче, друзья. Друзья, сейчас я его нахер отсюда сниму. С помощью. Я, если честно, не умею постыл собирать. На, пидор, блядь. Я вас всех перебью! Я вас всех захерачу, блядь. Давай, пидор. На, пидорас. Минус. Давай, ублюдок. Я вас сейчас, сука, всех перебью, правильно ты сказал. Опачки, патрончики подвалили.
Итак, кто следующий? Кто следующий? Где ты, пидор? Давай. Кто следующий? Кто будет следующим чижиком, кого я сниму? Угу. Вижу. Снял. Отличный айм. Блять, я думал, я прилег. Я же приседал. Так эпично ворвался. Итак, давайте. Это последний этап прикрытия. Такова война. На, пидор, давай, все сюда. Подходите! Всех положу! Эх, нахер, блядь. Сниму! А можно как в Counter-Strike, блядь, одним выстрелом двоих? В смысле, блядь? Ну, давайте второй раз. Что происходит? Так, все, пошли. One more time. Хераси, вот это он колосматил. Так. По позициям, херачим по позициям. Так, нам нужно быстренько... Я знаю, что F штыковая атака. Блять, ебаный снайпер. Сука. Давай. Подожди-ка чуть-чуть. Блядь, ты хорош-то. Я-то тут, блядь, при чём? Я надеюсь, никто здесь не придет. Я слышу кого-то. Давай. Бег починал. Нихера себе. Слышу тебя, пидор, слышу. Блять, попал же по нему. Где ты, пидор? Да что ты ж... Зыги, мразь. Так, передвигаемся в другую. Меняем позицию. Заход. А, сейчас он херанёт их сверху, блядь. Пиздец какой-то. Что, блядь? Мурулду! Блядь, вот это промазал, конечно, сильно. Так, все взяли. Здесь в основном снайпер, не снайпер. Патронов очень мало. Есть что еще? Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Давай что возьмем. Блять, это вместо... Нет, лучше такое. Это, блять. Давай, ну стоп. А где? Кто? Куда? Что происходит-то? А, здесь вот. Давай.
Это полуавтоматический. Это не дерьмо, это нормальный ствол. Заходим. Керасия. Черт, ну вы тупые англичашки, по своим же бьют. Пидоры ебаные. Проходим, друзья. Через верх. Что это за ствол? Да, о, вот это не это какой ствол, интересно. Да. Боже. Я что-то въебал. Я въебал. Идите к черту. Пидоры. В смысле, блядь? Фу. Перезарядиться. А чё это, блядь? Снял. Охереть, это просто пиздец. Подснял я этого пидора. Идём. Хорош, не шмаляй по мне. Блять, патронов вообще 18 штук осталось. Вижу. Блять, их трое. Минус 2, походу, дело, да? Последняя обойма. Блять, 5 патронов. Пиздец. Что поделаешь? Идем за стволами. Что-нибудь осталось? Давай. Отлично, с пистолем сейчас мы справимся. Блять, я ничего не перезаряжу. Блять, на. Насанул, нет? Опа, блядь, бурундук. Хедшот, нигер. Бурундук. Что за ужасный план? Неужто я лучше не мог выдумать? Блядь. Дурак, что ли? Как я его захвачу-то, блядь? У меня... Где что-нибудь есть? Нет? О-о-о-о. Быстро. Быстро взял. Сука, будем отсюда принимать. Только бы Джек был рядом. Я так не выдержу. Выдержим, бля, братан. Я тебе отвечаю. Нормально все. Были бы стволы. Выдержим. Да, Питер. Блять, они здесь заходят. Сука. Блять, это пиздец. Это херово. Воу! Подорвал. Блять, 11 патронов, это полный пиздец. Я его подорвал. В смысле, блять? А, он погиб. Пиздец просто. Я в шоке просто. Двор захвачен. Охренеть. Друзья, вот это напряженка. Один против всех.
Ах ты, сука! А. Я же всех перебил. Не прикрыл. Ракета. Остался жив. Как атмосферно. Друзья, насколько это эпично на большом мониторе. Все. Сами же британцы своих же расколошматили. Яростные бои шли 9 месяцев. В итоге османы с трудом добились победы. Они удержали Галиполи. Почти 100 тысяч османских солдат отдали жизнь на Галиполе, защищая свою родину. Из ряда тех, кто сражался там, вышли проверенные в боях лидеры. В этой кампании австралийцы и новозеландцы впервые сражались под собственным флагом. История об этих их героизме, товариществе повлияла на многое. Воу, 10 баллов мне еще начислили. Круто. Каких-то. Итак, что же в итоге? В итоге мы ни одной ни книжки, ничего. Тут настолько все эмоционально и проходится на одном дыхании, что не до, друзья, не до поиска. Хотя можно-то по 3 часа все это проходить, но а смысл? Да? Вам же интересен сюжет, и мне интересен сюжет. Спасибо за просмотр и увидимся на следующей военной истории. Спасибо вам за то, что вы есть. Всего доброго, друзья. До новой встречи.